Уважаемые телезрители, здравствуйте. В эфире передача «Путешествие с плюсом», и ее буду вести я, Галина Конопасевич. А сегодня у нас в студии Георгий Коньков, учредитель компании «Боргер». Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, рада Галина. Видеть вас у нас в студии. Взаимно. Сегодня у нас такое, казалось бы, такое распространенное блюдо, традиционное для русской кухни – уха. Ну, она с изюминкой. Какая изюминка, мы расскажем позже. И путешествие в Карелию. Так, вот мы с вами давайте начнем с приготовления блюда, и уже дальше вы расскажете, каким ветром вас в Карелию занесло, с какой целью. Так, давайте предварительно я скажу, что у нас вот здесь молоко уже нагретое, я его ставлю на огонь небольшой. И что мы делаем дальше? Давайте расскажем, что у нас здесь на столе телезрителям. На столе так, обычный набор для ухи, рыба, зелень, масло, ну, немножко из необычного грибы, сливки. Картофель, морковь. И необычно то, что здесь у нас молоко, а не вода. Да. Это вообще изобретение чье? Ну, вообще, это финское считается национальное блюдо. И в Карелии это тоже достаточно актуально. Уха, вот, которую мы сегодня готовим, это финское национальное блюдо. Ну, карело-финское. Карело-финское. То есть такое скажем. Отлично. А рыбка какая у нас здесь? В идеале кладется форель, либо сёмга, в данном случае сёмга. То есть любая красная рыба? Да. Все отлично. С чего мы начнем готовить? Первое. Вообще параллельно надо двигаться, да? То есть мы уже с вами разогрели немножечко молоко, для того, чтобы нам время сэкономить. Да, мне надо за ним следить, чтобы оно у меня не сбежало никуда. Да, это точно. Далекие края. Да. И мы начинаем с обычной классической пассеровки. Да, все хорошо. Тогда я включаю плиту на полную мощность. Она у меня тоже тут слегка подогрелась, уже сковородочка, но не до конца. Наливаю, у нас оливковое масло. Оливковое и сливочное масло. А, вместе, оливковое и сливочное. Да. Так, давайте. Да, пожалуйста. Немножечко масла. Так, и сливочное сразу кладем? Сразу сливочное кладем. Не весь кусок, да? Не весь, да. Это грамм чуть больше 50. Да. Ну, отлично. В принципе, у нас все основные ингредиенты практически готовы. Лук нарезан, что хорошо, а то обычно плачешь от него, что не очень хорошо. И мы можем, пока у нас вот тут все плавится на сковородочке, вы нам можете рассказать, с какой целью вы ездили в Карелию, как это у вас совмещается с бизнесом или с отдыхом, и почему именно Карелия? Карелия – это как бы другой мир, да? То есть мы здесь живем с вами в одном мире, в цивилизации. Карелия – это ближе к нашим истокам, природа, естество, так сказать. И поскольку мы, люди бизнеса, достаточно находимся постоянно в активном режиме. Это да, не поспоришь. Да, то иногда хочется отключиться. То есть попав в дикие места, где нет интернета, где нет телефона, у тебя остается только единственное, что отдаться вот своим ощущениям, восприятию вот этого простора. Энергетика, природа, там, красота. Птицы, животные. И так далее, да, грибы. Ну вот я так предполагаю, что у вас какое-то сообщество наверняка собралось, любители охотников, рыбаков, или вы просто там пешие прогулки. Ну что делаете в Карелии, чем занимаетесь? Ну, на самом деле, Карелия многоплановая, форматы можно организовать отдых. Либо это активный отдых, либо это, скажем так, более спокойный отдых. Можно, наверное, и совместить как-то, да, Георгий? Можно совместить, но... Вот, допустим, все зависит от предпочтений каждого отдыхающего. Кому чего хочется. Кому что, да. Если мы говорим о пассивном отдыхе, то это, как правило, садишься на машину. Так. Главное с собой взять запасную канистру, потому что когда ты начинаешь съезжать от основных трасс, там уже начинается просто проселочные дороги, и там 100, 200, 300 километров может быть ничего не быть, кроме там проселочной дороги, по которой ты едешь. А вы как путешествуете? Вы выезжаете из Москвы на своем автомобиле и туда прямиком, да? Мы либо арендуем какой-нибудь автобус, либо грузовик, который, если мы едем с большим, с байдарками, с катамаранами. О, байдарки еще, это интересно. Это мы сейчас у вас все спросим. Да. Так, я хочу сказать, что у нас маслица уже растаяла. Да. Можно что туда? Нам нужен с вами лучок. Так. Морковку. Так. О, да, у нас морковка, вот она приготовленная. Мы ее залили водичкой, чтобы она не заветрилась. Все, тогда нам надо уже ее начинать шинковать. Да. Морковку вы возьмете на себя? Да, я на себя. Да, давайте, она такая жесткая. А грибы давайте я на себя. В принципе, нам надо уже немного
ну, ускориться в плане нарезки, потому что масло я сдвинула с огня, чтобы оно не сгорело. Так. И в основном, как тогда мы будем с вами резать и разговаривать. Давайте. Я вас предупреждаю, да. А, вот смотрите, вы с байдарками, это мне понравилось очень. Байдарки. С удочками, с ружьями, с чем еще? Байдарки. Если мы идем с байдарками, то, как правило, удочки, ружья не получается, потому что поход с байдарками подразумевает под собой в режиме постоянного нон-стоп находится. То есть... Мы обычно заказываем какой-нибудь транспорт, который нас довозит до верховья какой-нибудь реки. Так. И мы разгружаемся, собираем байдарки, катамараны, грузимся и начинаем сплав. Это что, типа рафтинга получается? Да, это типа рафтинга, совершенно верно. Насколько он там такой рискованный? Вообще можно туда ехать с детьми, с семьей, или это такой мужской отдых? Если выбрать попроще речку, то можно абсолютно. Можно даже просто по озерам спускаться, потому что каскад озер, они соединены между собой, вот, особенно если туда дальше до Петрозаводск, километров 100-200 отъехать, так, то там очень большой каскад озер, и по ним можно сплавляться без порогов, без особых какого-то риска. Да, достаточно так спокойно, приятно созерцать все вокруг. Созерцаю, да, все не вокруг, борясь. Не боюсь, да. Так, Георгий, сразу по ходу вопрос. Я не крупно режу это все? Нет, отлично. Нормально, да, все да, отлично. Так. Вот. Если мы говорим про рафтинг в классическом виде, то, соответственно, даже, наверное, и удочки, наверное, не получится, потому что место ограничено, палатки, спальники, спасики, всевозможные спас-средства. А, ну то есть просто экономите место, потому что по логике, если вы сплавляетесь по реке, можно где-то на бережку пристать, порыбачить и потом дальше, разве нет? Нет, времени на это, к сожалению, не остается. Не остается? Нет, да. То есть вы сплавляетесь. Есть, но режим очень простой. Да. Собрали лагерь, погрузились, пошли. Прошли какое-то расстояние, остановились. Разобрали лагерь, приготовили, поужинали, легли спать. Так, а готовите тогда вы не из того, что вокруг, а просто из тех запасов, которые с собой, да? Ну, в таком формате, да. То есть берешь с собой, как правило, по максимуму сушеные продукты, то есть сублимированные. Да, 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 конечно. Так, чтобы по минимуму место занимало. Ну да, как обычно. Да, и начинаешь сплав. То есть здесь это чисто такой активный... экстремальный вид отдыха. А вот на сплав, если, допустим, с байдарками туда собираться, сколько времени нужно? На сбор? Нет, времени вот на то, чтобы сплавиться по реке. То есть уходит 3-5 дней, неделя нужна. Ну, вы сами себе прокладываете маршрут. То есть любой можно вариант сделать. Абсолютно любой. Опять же, по сложности смотрите, опять же, по времени года. Если мы начинаем, мы говорим о том, что нам нужны хорошие пороги, то это лучше, конечно же, в мае, когда высокая вода. Так. Тогда, соответственно, скорость большая и пороги большие. Если мы говорим про лето, то, соответственно, вода поменьше и, ну, и поспокойнее маршрут выбирается. И сплав поспокойнее. Да. А там же как-то надо регистрироваться, наверное, где-то, чтобы вышли, это лес, там, тайга, можно заблудиться, что-то может произойти. Нет, знаете, в Карелии чем хороша? Тем, что там отсутствие какой-то цивилизации, с одной стороны. Да. Но, с другой стороны, это, конечно же, и является определенной проблемой, потому что если что-то случится, ты только можешь рассчитывать только на себя. Да. А, понятно. То есть этот момент надо учитывать и быть во всеоружии. Насчет грибов хотела спросить, этого достаточно или я еще крошу и крошу? Как считаете? Нет, да, я думаю, хватит. Все, достаточно. Грибы тогда мы сделали. Возвращая сковородку на плиту горячую. А вообще сезон охоты, вы охотник сам по себе? Нет, я не охотник. То есть это не ваша тема? Да, и не рыбак. Знаете, так получилось, что, ну, поскольку ваш канал для бизнесменов, я думаю, большинство зрителей поймут эту ситуацию жизненно. То есть бизнесмен – это кто? Это человек, который все время в движении, да, и у него нет времени на… Движение, в напряжении. Движение, напряжение, и это всегда риск, это всегда эмоциональная какая-то нагрузка, да, физическая. Конечно, абсолютно. И поэтому, когда мы говорим о том, что… охота, рыбалка, то есть она подразумевает под собой определенную... То же самое, да, напряжение, риск и все такое. Вот, ну, я не знаю. Предугадываю ваши мысли, нет? В смысле рыбалки, я не знаю, где там напряжение и риск. Там может быть адреналин, когда поклевка, это да. В охоте, может быть, да, там тоже есть определенный
элемент экстрима. И, но все это все равно это больше пассивное, потому что охота – это в основном сидишь на месте, там, ждешь, пока на тебя выгонят животное. Угу. Рыбалка – тоже сидишь, ждешь. А, то есть я вас поняла, до наоборот. До наоборот, то есть получается, да. Это слишком пассивный вид отдыха для бизнесмена. Ну да. А, ну, мое, это, мое это видение, ваше такое, мое, да, видение, мой взгляд да, такой. Да, да. Поэтому, да. Поэтому я предпочитаю именно… Если отдыхать, что это не пляжный отдых, а именно какой-то активный, просто смена деятельности. Да. Просто смена деятельности на природе. Так-то, так. То есть не переставая жить вот в таком режиме стрессовости, да, адреналина, да. Только переключиться на более интересные, ну там, на природные смена такие. Смена да, деятельности, смена деятельности, да. Все, лучок туда пошел, да? Точно. Все, хорошо. Ну, а все-таки вы знаете, какая рыба там водится? Что вообще хорошо? У людей получается ловить в Карелии. Ну, если мы говорим про реки, то форель. Если мы говорим про озера, то судак, щука в основном. То есть то, что в основном вот в тех местах. То, что, по крайней мере, то, у нас клевало. Да. Да. Понятно. А вообще вот этот рецепт финно-карельский, вы его где взяли? Там где-то нашли, когда путешествовали по Карелии? Или вы уже давно его знаете? Может, бабушка вас научила или мама? Ну, на самом деле... Здесь секрет простой. У нас есть сотрудник, очень продвинутый в этих вопросах. Я его попросил, и он нашел данный рецепт. Ага, понятно. Вы просто подготовились к передаче. Точно. А почему выбрали именно с молоком? Это нестандартно? Ну да, достаточно. Идея была именно в том, чтобы найти что-то такое необычное, необычное что, да. Как бы, казалось бы, не совсем сочетается, молоко с рыбой. Так вы конечный результат представляете, Георгий, или нет? Я как эта рыба мало должна... Мало того, что представляю, мы его экспериментировали. Все-таки пробовали, да. Это меня радует, хорошо. Мы тренировались долго. На самом деле, когда идешь в поход, ну, если такой пассивный поход, то, конечно же, уха, ну, она классическая, там, да. Вода, картошечка, это самое легко приготовляемое блюдо, да. Если особенно на берегу реки, ну, по-любому можно что-то там себе поймать. Что поймал, то и съел, как говорится, по такому принципу. Грибочки тоже кладем, Галина? Все, сразу, да, забрасываем? Хорошо. И параллельно ставим уже молоко наше нагреваться. Да. И приступаем к картошечке. Все, тогда я поставила. Главное, нам не пропустить, чтобы она у нас не убежала. Это основная задача. Да, а вы если на максимум поставили? Мне пока... Да, я поставила на максимум. Хорошо. Георгий, я хотела вам задать вопрос. Какой у вас был самый интересный, захватывающий такой адреналиновый отдых, поход? Или сплав по реке. Но об этом мы с вами поговорим во второй половине нашей передачи. А сейчас небольшая пауза. Уважаемые телезрители, еще раз здравствуйте. В эфире передача «Путешествие с плюсом». Ее буду вести я, Галина Конопасевич. И хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Коньков Георгий, учредитель компании «Боргер». Еще раз здравствуйте, Георгий. Еще раз здравствуйте, Галина. Напоминаю, что мы готовим уху по карело-финскому рецепту. Сейчас у нас уже до золотистой корочки должно дойти морковка, лук и грибочки. И я ставлю на плиту молоко, за которое я все время переживаю, чтобы оно не сбежало от нас куда-нибудь в далекие края. И мы с вами режем картошку. Картошку, да. И вы нам рассказываете про ваш адреналиновый отдых в Карелии. Я вот напомню телезрителям, что задала вопрос, какой самый запоминающийся и такой был отдых, ну, адреналиновый, стрессовый, или, может быть, что-то было интересное произошло, такое особенное. Что было? Особенно, на самом деле, практически любой сплав, когда он идет по большой воде, он всегда особенный, потому что... Всегда адреналиновый, да? Да, и всегда есть определенная опасность, риск для жизни, связанный с тем, что пороги – вещь непредсказуемая, и в зависимости от уровня воды, один порог можно проскочить и вообще не заметить, в другой момент ты пойдешь, и на этом пороге просто тебя может закрутить в бочку. Вот, поэтому... Какие ситуации? Ну, на самом деле, любой майский поход, это подразумевает собой... Это всегда ситуация. Это всегда ситуация. Понятно. То есть это... Когда большая вода, вот то, что вы говорили, да? Да, большая вода, это холодная вода, это ночевка на снегу, потому что
в мае в лесу снег еще лежит. Ага. И приходится, соответственно, мокрым и уставшим спать достаточно мокрым во всем палатках и так далее. То есть это достаточно, ну, имеет определенное... Ну да, это тяжело на самом испытание, деле. Испытание, да. Но на самом деле мы за этим туда и едем, потому что, ну, комфорт можно и дома поймать, а туда как раз люди едут в основном за тем, чтобы испытать себя, ощущения новые. Ну да, получить действительно, эмоции. Хочется действительно испытать себя уже в другом немножко ракурсе, да, попробовать. Я могу вашу картошечку закинуть туда, я думаю, что да, мы успеем. Давайте. Остальное быстренько докрошить. А вообще, бывает так, что проходишь порог и ни разу не перевернулся? Или это такая ситуация, ну, редко случается? Нет, на самом деле все зависит от мастерства экипажа, насколько он собранный, слаженный и опытный. В основном, конечно, цель стоит пройти, не перевернувшись. Да. Да. Но все равно брызги все равно присутствуют. То есть от них все равно никуда не денешься. И... Это ваша половинка, чтобы было быстрее. Ладно. Чтобы наша картошка варилась вместе, а не порознь. Да, я... Хорошо. Так у вас команда такая слаженная есть. Я как-то в первой половине передачи спросила, что у вас за сообщество людей, любителей вот так вот. Это достаточно такая постоянная группа людей, с которыми вы путешествуете. Да, но знаете, это... Как команда есть команда, то есть как в бизнесе команда, так и в данном случае в отдыхе, тут очень много зависит от команды. Конечно, но это кто? Это бизнес-партнеры, это ваши клиенты, это родственники, кто это? Это в основном друзья детства, то есть понятно. Институтские друзья, то есть когда-то в молодости мы все... попробовали это и влюбились понравилось, в это все, да, потому что... Ну, как у всех, наверное, в студенческие годы с финансами не так просто, а это достаточно бюджетное мероприятие. А, кстати, вот, да, хороший вопрос по поводу денег. Оно достаточно бюджетное. Оно очень бюджетное. То есть затраты на что идут? На бензин, добраться до Карелии? Ну, если мы говорим, я начну параллельно. Да, давайте, конечно. Кропчик резать, чтобы нам время не тратить. Если мы говорим про Москву, от Москвы до места, ну, до Петрозаводска, дай бог памяти, в районе 1200, и от Петрозаводска еще километров 200, то есть, ну, где-то в районе 1500-1600 километров, и вы на месте, то есть вы находитесь в совершенно другом измерении, как я говорил, другая природа, другая атмосфера, другие люди. А вы знаете еще, Георгий, такой вопрос, я вам его задавала, гид там требуется или нет все-таки, который знает места, как сплавняться, какие-то пороги, или вы уже там, в принципе, как свой, уже привыкли, уже знаете все? Однозначно без гида или без опытного сопровождающего это очень опасно. Вообще меняется свое русло река, как-то рельеф порогов, может быть, меняется? Меняется в зависимости от количества воды. То есть иногда это может быть совсем спокойное место, а когда много воды, это может быть очень опасно. Место, потому что может прибить, забить, куда-то затянуть под корягу, и тогда уже будет сложно, да, неприятности. Я, с вашего позволения, забрасываю рыбку туда. Однозначно, потому что у нас уже молочко подбегает. Да, молоко уже просится на улицу. И параллельно закидываем нашу пассеровочку. Хорошо. Вообще, конечно, уха на молоке – это очень блюдо необычное, сразу вам скажу. Посмотрите, Георгий, все ли тут в порядке? Да, так, в принципе, все отлично. Все хорошо. Все хорошо. Так, все, тогда пассеровочку. Пассеровочку. Солим, перчим. Ну, а вот, допустим, просто прокатиться по Корее, по каким-то заповедникам, может быть. Вообще, и там воды много на самом деле, да в виде озер, в виде рек. Да. Георгий, когда лучше всего ездить в Карелию? В какое время года? Ну, мы ездим, как я вам говорил, на майские, это большая вода. А если мы говорим о более размеренном, спокойном отдыхе, путешествии по озерам, то это лучше делать осенью, в конце сентября, в начале октября. Там не холодно еще в это время? Нет, там нормально. То есть, ну, 6-7 градусов, то есть ночью. Днем как солнышко. Есть солнышко, значит, 14.
И, ну, вполне приятная температура, да. И в это время очень интересно тоже быть в Карелии. Это тоже такая фантастика, когда ты едешь на машине по проселочной дороге, в лес кругом, и вдоль дороги стоят грибы, которые... Как бы, а вдоль дороги прям, да? Они стоят вдоль дороги, да? И ты просто даже не хочешь вылезать из машины, потому что сначала ты, когда увидел первый гриб, ух ты, потом второй, ух ты, третий, а когда ты их уже... 2005-2006, ты уже думаешь, ну все, надоели уже грибы. Это уже не такая экзотика, как там начинается другое. То есть, когда уже еще глубже уезжаешь, глухари, они боятся людей, но они не боятся машин. То есть ты, проезжая на машине, видишь глухаря, он прям там сидит возле дороги, на тебя смотрит такой, и как бы даже не собирается ничего делать, улетать и так далее. Спасаться бегством не собирается, понятно. Или, например, ты идешь, можно пойти, допустим, просто пойти погуляться по лесу, ну, я не знаю, ну 10 шагов ты сделаешь, ты все уже, просто уже не столько грибов набираешь, что просто ну, нельзя наступить, потому что обязательно ты наступаешь на гриб. А вы хороший грибник, потом это все кушать. Ну, берешь только белые в основном, да. То, что 100% что да, знаешь. Никаких проблем с которыми грибами нет. Так, я вас извиняюсь, перебью, но нам, наверное, надо посолить поперчить, или это мы делаем в самом конце. Можно сейчас? Можно прямо сейчас. Пока не забыл. Вы сами это сделаете? Давайте я сделаю. На ваш вкус. То есть мы немножечко, может быть, не досолим, но лучше потом подсолим. Пересол же на спине, а не досол на столе, мы лучше не досолим, да. И поперчим чуть-чуть. У нас еще, я вижу, кстати говоря, я не знаю, я представила или нет нашим телезрителям рюмку водки на столе. Это вот такая изюминка в конце. И лавровый лист, может быть, тоже сейчас положить? Давайте положим. Все, одного достаточно еще? Два. Для запаха. Отлично, да. Вот, значит, у нас закипело. Да. И вот сливки еще мы добавляем в молоко. Да, после того, как у нас покипело 5-10 минут молоко, так, мы добавляем с вами сливки. Это для жирности просто нужно, да? Да. Вот именно. Ну, давайте, льем. Невероятно интересно, что получится в итоге по вкусу. Первый раз я такое кашеварю вообще на самом деле. Ни разу даже не пробовала, и ни в ресторанах, и ни в какой-то в полевой кухне, нигде вообще никак. Получается достаточно интересный вкус. Ну, это, конечно, не для сплава рецепт, нет, потому что с собой молоко тащить не будешь. Нет, ну можно, конечно, сухое молоко взять, но все равно оно есть сухое молоко, оно остается сухим. Как-то можно. Я буду потихонечку очищать стол, чтобы мы потом могли красиво налить уху, красивую чашечку. Хорошо. Так, а укроп мы тоже с вами оставим на самый последний момент, да? Да, мы его в тарелочку с вами положим. Ага, а с водкой мы что будем делать, когда мы ее? А водку мы заливаем в самый последний момент и даем покипеть 2-3 минуточки, чтобы она немножечко испарилась. А водка что дает? Она какую дает? Без водки пробовали готовить? Без водки нету, знаете, остроты определенной и какого-то специфического горчинки, может быть, так сказать, да? То есть она дает какую-то горчинку и немножко остроты. И, ну, да. Уха без водки, она какая-то... Это не уха. Не уха, да. Понятно. Так, ну у нас осталось буквально 2 минуты до конца передачи. Вспомните еще какую-нибудь интересную историю, Георгий. Интересно, я думаю, что у вас там много, может быть, и баек каких-то есть. Ну, на самом деле, историй много. Может быть, советы, да? А, давайте советы. Советы. Тоже очень классно. Когда мы идем, едем в Карелию, то мы должны, наверное, обязательно... брать с собой, как я говорил, канистры и побольше всяких запчастей и ремкомплектов, потому что если что-то случается в дороге, у нас вот последний раз мы пробили коробку на пеньке, и благо, что там запасную, был паяльник, и мы там, картер у BMW, значит, пластиковый, соответственно, его пришлось паять, потом масло выливать, потом заливать. Ну, в общем, надо брать с собой запчасти, канистры, то есть потому что там... Канистры это для чего? Это для топлива. А, для топлива, да. Да, то есть отсутствие цивилизации. А на самом деле... Ну, действительно, это отдых очень освежающий, он вдохновляет, восстанавливает силы, эмоции и заряжает, очень, наверное, очень, да, заряжает, энергии. Ты приезжаешь, реально у тебя прям вот много идей, много вдохновения, много энергии и впечатлений, потому что действительно это очень красивые места, очень... А потом, мне кажется, радуешься цивилизации, когда вернешься наконец на кровать, ляжешь, да, на тепло. Да, 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 это вообще, хорошо, отдельно, да? Душ, чтобы не забывать, что ты хорошо живешь, что у тебя все нормально. Да. Нужно иногда поспать в снегу, на морозе, там где-то мокрым, и тогда будет все, да, отлично, когда все, приедешь. Можно заливать водку. И теперь кульминационный момент. Да, давайте водочку. Все, та-дам, водку мы залили. Вы пробуете, когда готовите обычно? Да. Давайте, я вам дам ложечку.
А я пока достану красивую тарелочку. Хорошо. И себе ложку сразу. Спасибо. Заодно. Вы тогда пробуйте, чего не хватает, добавляйте. Хорошо. Так, возьмем вот такую. Она достаточно глубокая. И чербачок. О, а когда мы будем засыпать укроп? А мы прямо укропчик? В тарелочку. А, в тарелку, все, угу. Поняла. На дно кидайте укропчик или, может, поверх. Все, понятно. Все отлично. Все отлично. Угу. Наливаю супчик. Дорогие друзья, сейчас финальный момент, кульминационный. Так, рыбки обязательно. Ну вот, получилась вот такая красота. Так. Нежный, мягкий. Да. Вкус. Очень вкусно. Ни с чем не переборщили, ни с чем. Ничего не досолили, все получилось в самую точку. Точно. Спасибо большое, Георгий. Наша передача подошла к концу. Дорогие друзья, хочу напомнить, что в гостях у нас был Георгий Коньков, а передачу вела Галина Конопасевич. До свидания, всего доброго.